Избегать лишних контактов и поездок, и в идеале провести безопасное Рождество дома, призывает Всемирная организация здравоохранения. В ВОЗ предупреждают о рисках, связанных с быстрым распространением нового штамма омикрон по миру. Нам всем надоела эта пандемия, всем хочется провести время с друзьями и семьей. Но отменить какое-то мероприятие лучше, чем потом лишиться жизни. Да, лучше отменить сегодня, отпраздновать потом, чем праздновать сегодня, а после горевать. Никто ведь не хочет оказаться в аналогичной ситуации снова, через 12 месяцев. Европейские страны начали принимать ограничительные меры задолго до предупреждения ВОЗ. Австрия пережила трехнедельный локдаун. Нидерланды и Дания под самые праздники объявили о закрытии культурных заведений. В Швейцарии многих перевели на удаленную работу, и это все на фоне активной кампании по вакцинации и ревакцинации населения. Мне на эту тему сложно говорить. Вот вы сделали прививку, поступили правильно, а потом замечаете, что она не очень-то и помогает. В Германии власти изучают возможность введения ограничений на контакты сразу после Рождества, причем для всех групп граждан. К примеру, можно уменьшить размер разрешенных к сбору групп. В Баварии уже закрыли бары и клубы на ближайшие дни и недели, чтобы избежать точек высокой концентрации и суперраспространения. Новый канцлер ФРГ Олаф Шольц сообщил, что страна выполнит поставленную задачу по бустерной вакцинации 30 миллионов граждан в оставшиеся до конца года дни.